Маригод, похоже. Так, вот такая у нас погода здесь. С утра дождь идет, капает, гадость вообще отвратительно. И вот там, вы видите, вдалеке какой-то свет горит. Это, я так понимаю, что лодки стоят большие в Маригод Бэй, то есть это французская часть. Ну, сейчас зайдем туда, посмотрим. Ну, мы уже почти совсем близко. Маригод Бэй. Красивый такой сейчас у нас восход. Как-то удивительно, немного кораблей здесь стоит. Вообще не понимаю. Вот вообще реально мало, несколько штук. А вот если посмотреть туда, там видно остров, это Ангила. Бывшие английские территории. Вот куда-то вот там стоит, вот вы видите. Вот там кораблик, и вот к нему мы сейчас и направляемся. Где-то вот там, я так понимаю, мы будем стоять сейчас. Пошла, да? Я сейчас вывалю до первой метки, ты потом зафиксируй просто и все. Ну что, утренний кофе? Сладенький. А то, что я уже заебался ездить. Вот эта часть вообще выглядит нафиг, все разрушено после урагана Ирма 2 года назад. Для начала давайте я вам расскажу небольшую предысторию, что с этим островом произошло, и немножечко информации, собственно, об острове, пока мы будем ехать на берег. Итак, Сан-Мартен находится на севере Кариб, где-то между Пуэрто-Рико и островами Антигвы, Барбуды, то есть ровно посерединке. Разделен он на две части: Сан-Мартен, который французский, и Сан-Мартин, который голландский. Общая площадь острова 87 квадратных километров, из которых 53 квадратных километра это французская часть, и Kingdom of Netherlands 34 квадратных километра. Теперь касательно населения. В французской части живет 36 824 человека, и в голландской части 40 917 человек, по данным 2009 года. На французской части столица Маригод, на голландской части Филипсбург. А теперь касательно акваторий. То есть основные бухты, которые находятся на французской части, это Маригод и чуть-чуть севернее. Ну и на голландской части те, которые ближе к Филипсбургу. А есть внутренний водоем, который также разделен на две части между французской и голландской территорией. И есть мосты, которые позволяют заходить в эту внутреннюю акваторию с французской части и с голландской. И мост посредине тоже разводной, который позволяет переходить из одной части на другую. Сейчас мост на французской части не разводится, он сломан. Поэтому люди, которые захотят зайти на французскую часть, нужно будет заходить с голландской. Глубина в канале на high tide 2, максимум 2,20 метра, поэтому для лодок с большой осадкой
туда пройти не получится. Но если мы говорим о голландской части, там, в принципе, глубины достаточно большие, и на лодках с большой осадкой можно совершенно спокойно попасть. В 2017 году остров был практически полностью разрушен ураганом Ирма. Во время урагана погибло 11 человек. Это уже было по репорту 2018 года. Ирма был ураган 5-й категории. То есть в основном он разрушил французскую часть. И по количеству разрушений была оценка порядка 3 миллиардов долларов. Ну и естественно после этого урагана здесь... Стал остров достаточно известен тем, что сюда люди приезжали за покупкой разбитых лодок после урагана, и их восстанавливали, и потом сейлили. То есть иногда у некоторых получалось это достаточно удачно. Вот мы сейчас заезжаем в канал. Вот вы видите, спереди идет мост. С правой стороны заправочная станция и есть яхтенный магазин. Именно в этом яхтенном магазине делается чекин, то есть проходятся все таможенные процедуры. А здесь по краям находятся всякие разные небольшие магазинчики, в которых проходят яхтенный сервис и прочее, живут люди. А вот мост, это он находится на французской стороне, и вот видите, он открывается, хотя сейчас он не открывается, потому что у них какие-то там территориальные разборки, поэтому с этой стороны французской под мостом пройти нельзя. А теперь посмотрите, что потом находится. Вы видите вот эти все разрушенные дома? Это как раз то, что было здесь развалено ураганом Ирма. На углу находится вот ярд, справа и слева. И если вы обратите внимание, какое количество лодок стоит без мачт. Вот. То есть большинство этих лодок, скорее всего, можно купить, потому что после урагана они продаются за совершенно адекватные деньги. И большинство этих лодок, скорее всего, никогда не будет более восстанавливаться. Вот вы видите, там валяются лодки на милях. В яме огражден проход. И вот там находится мель, туда заходить нежелательно даже на тузике. И сейчас мы заходим в самую жилую зону, самая защищенная. Если бы французская часть была открыта, может быть, мы здесь бы заходили. А так сюда можно зайти только с голландской части. И там два моста, которые нужно пройти. В общем, мне кажется, это полная чепуха, поэтому мы стоим снаружи. Это менее комфортно, чем если бы мы находились здесь. Но, в принципе, вполне для нас достаточно и хорошо. Вы видите, как здесь все разломано, разрушено. Такая мини-марина. Здесь стоит несколько лодок. Есть некоторые чартерные лодки, но я не уверен, что они отсюда выходят вообще. Печальная картина на французской части острова Сан-Мартен. Французская часть, вот вы видите, как она выглядит. То есть все достаточно печально, инфраструктура разрушена, и я не уверен, что в ближайшее время она будет каким-либо образом восстановлена. Вот, собственно, и то, как Ирма выглядела вблизи. То есть, вот вы видите, здесь все такое достаточно заброшенное. Вот такие вот разломанные крыши. Ну и, соответственно, заброшенные отели, рестораны с такой барная стойка, такая дорогая, видимо, когда-то была из дерева сделанная. Камень, где? Ну, вон камень. Каменные столешницы. Ну все, конечно, здесь
пришло в полный упадок. Аквариум, в котором, видимо, плавали лобстеры, и так они, наверное, там и умерли. Даже вон крыши, смотри, последние. Да-да-да, вон даже если сюда посмотреть, там видно, как все развалено. Хотя это, я так понимаю, еще все жилое. Но не все все чинят. Кто-то чинит, кто-то не чинит. Да. Наверное, стоянка. Такая небольшая, я не знаю, что здесь с глубинами. Думаю, что мелковато. А вот здесь, когда с пирса выходишь, мусорные баки для того, чтобы выбросить мусор. Марина для больших лодок. Такая непонятная, такая задрипанная, ужас. Большая парковка такая. Здесь терминал находится, вот видите там вдалеке. Это отсюда можно поехать на Санбарт и куда-то там еще, на Ангилу. Два направления. Ну что ж, на чем мы остановились? Я считаю, что нас ждут. Давайте в тенечек. А чем тебе вот это не тенечек? Нет, я согласен. Здесь зато с видом? Нет, это первая линия, смотри. Ты все видишь. Первую линию, значит, первую линию. Дина, что это у тебя за книжка такая? А вот там, если ты приблизишь, есть такой ящичек синий-желтенький. Это free library. Туда там оставляют бесплатные книги, кому что не нужно, кто что уже прочитал. И там очень много всего крутого данной. Ну вот я взяла себе Cultural Landscape. Офигенная книга 14-го года, вся цветная и на интересные темы. Ты посмотри, оглавление покажи, будет понятно тогда, о чем ты, почему я ее выбрала. Ага, прикольно. И качество предоставления информации вот такое. Структурировано? Структурированное. Сан-Мартен был разрушен ураганом Ирма, который прошел 2 года назад. Хотя уже прошло достаточно большое количество времени. Все равно видны очень серьезные следы влияния урагана. Смотрите. Это вообще стандартный вид в любом... О, замочек даже закрыто, наверное. Вот так вот выглядит... Там был пожар. Вот так вот выглядят куча... Огромное количество различных мест на этом острове, к сожалению. Но природа берет свое. Они, видите, зарастают. Это полностью разрушенные места. Идем дальше. На направо. Ага. Хорда. Ну что ж, посмотрим, что здесь интересного. Так, вот внизу Марина. Там в конце наша лодочка стоит. И лодки вот так вот идут. Стоят на ровной воде, между прочим. Не качает. А вот это внутренний водоем. Там вдалеке мост. Это как раз переходной мост между голландской и французской частью. Там тоже можно стоять. Там вдалеке голландская часть острова. Какие здесь находятся деревья. У этих деревьев такая развитая корневая система. Причем что самое интересное, что эта корневая система... О, ух ты, вон он. Эта корневая система развивается в тех местах, которые поддерживают дерево от падений. То есть можно посмотреть, что ветер на это дерево дул сюда, и вот эти вот корни держат его в обратную сторону. А та часть, которая наветренная, корневая система очень неразвитая, то есть такие маленькие пенечки и все. А основная корневая идет на другую сторону. Вот такая вот интересная история с деревьями. Ты пошла искать животинку? Дина Паганель. Едем смотреть на самолеты и трогать их за хвостик. А может, слушай, а может посмотреть на расписание билетов этих самолетов? Что мы приедем, а там никого нет. Что-то ехать. Саня сказал, каждые 20 минут, правда, я так часто. Каждые 20 минут?
самолеты? Я не знаю. Там расписание везде. Сейчас смотреть. Вот мы переехали сейчас с французской на голландскую часть. Нету никаких чекпоинтов, просто флаги висят спереди. Вот эта поездка нам обошлась 8 евро на человека. Здесь ехать там 5 километров, наверное. Вот здесь это самый известный пляж на Сан-Мартене, на который садятся самолеты, и их можно трогать прямо за пузик. И, собственно, вот место, куда эти все самолеты садятся. Барчик, море, песок, дорога, по которой ездят машины, и она завалена песком, потому что дует все время ветер. Самолет летит на посадку. Сейчас будет круто. Очень классный пляж. Мне очень нравится. Можно их за хвост трогать такой. Хоп, и поймал. Этот взлетает. Уже надоело. Да, Диночка? Нет. Я на пляже не лежала. Я только недавно думала, реально больше, чем год. Зачем тебе на пляже? Ты на пляже живешь. Нет. С гидроплатформой. Открыла себе и купайся. Там нет темы загорать. Так тут тоже нет темы загорать. Есть.
Ну что, Дина, этот большой, да? Будет, когда он взлетает. Это из таких, которые реально большие садятся. Прикольно, нравится. Местных авиалиний пошел на взлет. Это вот тот, который выпендривается, он даже не останавливается. У него нет времени на остановку, он сразу похерячил. Да-да-да, причем такой, не останавливается. Лови! Бум. А он уже идет, частный джет какой-то на взлет. Тут, конечно, трафик охренительный. Прикольно. Я не разбираюсь в таких. Мне это нравится. Прямо легко упануло. От него столько черного дыма летит. Вообще тут всех поздувало этим керосином горевшим. О, коврики повыдувало. Все сдуло. Все сдуло. Прилетает большой? Да, я сейчас буду хватать удачу за хвост. Почесать самолету пузика. Ну или так. Смотри, смотри, тут кажется, итак, кто-то хочет тоже это сделать. О, розовые трусы. Завидуй. Фильм про ковбоев. Этот идет на взлет, а этот стоит и ему мешает. И останется только один. Они уже достали свои кольты. Остросюжетно. Каждые 5 минут. Но. Некоторые из них очень большие. Но те, которые большие, прикольные. Да все прикольные, маленькие тоже прикольные. Давай. Это не ко мне, вопрос давай. Это тоже большой. Смотри. Этот мы сейчас поймаем. А ну. За хвост. Дина, готова? Стой, стой, куда ты бежишь? Я думаю, получилось. О, прямо сдувай. Ого, какой большой! Ничего себе! Это не лужа, это у него от колес дым. От колес дым? Да. Это большой. Это, наверное, самый большой, который здесь садился. Монстр. Такие большие самолеты садятся. Это выглядит, ну, вот очень эффектно. Пипец просто. Огромное, огромное. Дымом такой грохот, рев стоит. Круто. Вот оно что у нас. Ведро. Ликуешь? Угощайся. Очень вовремя. Ну что, я считаю, что это ведерочко мы сейчас должны допить. Это просто допить. Это просто вопрос чести. Осушить. Осушить. А пока я буду в тебя бросаться льдом. Ну. Ай, ай. Гадость.
этот вот готов. Тут есть такая тема, короче. Он сейчас газанет, а вон стоят пацаны и держатся крепко руками за забор, чтобы их не оторвало. Дина, держи, сейчас дует все. Ну как тебе? Я поймал. Шорты спас. Эта штука. Шотти. Песком завалило, да? Ну все, теперь мы видели все, да? А парней не сдуло их? Нет, так я вон весь, смотри, закиданный песком, весь прилипло все. Больно. Больно. Такс, Waterline. Конечно же, мы идем на уровень воды. Вот, например, лодка лежит. Вот у нее мотор Yamaha торчит. Нормально. Разбитые лодки. Да все ужасно. Печально выглядит. Да. А вот интересно, их же многие восстановить нельзя. Как их утилизировать? Он обязательно должен быть же естественно розовый. Естественно розовый. Я не знаю, но это какая-то авиакомпания. Адская. Ну, это название авиакомпании, понимаешь? Ну и машины, естественно, после ураганов и прочих радостей. Мы типа этой дороги. И вот, внимание, что мы видим? Горные дикие козлы. Козлятина здесь живет. Хоба. Вот тут холодно. Здесь куча всяких сыров. Но пахнет кондитерами. Чего? In queso, queso это сыр. Типа в случае emergency, I pray to Jesus. Я спрячусь в сыре? Не, я молюсь Jesus. Хорошо. О, прямо какой нарядный. Розовый. Класс. Ладно, все, идем дальше, нет времени объяснять. Надо так вот хотеть читать кетчуп. Ну что, давайте что-то закажем. А что мы сидим трезвые, как дураки? Вот есть мажита, а есть каперинья. А есть вот... Смотри, мажита. О, мажита? Мажита. Не, мажита это тоже хорошо. Маргарита. У меня когда-то в детстве был бультерьер. Так вот, у этой собаки была такая фишка. Если он идет и гуляет, и вот он увидел что-то, что он хочет укусить, он не идет сразу укусать. Он куда-то убегает, а потом, когда никто его не видит, он разворачивается и быстро-быстро бежит, чтобы это укусить. Так вот, мы прошли мимо этого бара, увидели happy hour, прошли вперед, а потом как побежали и заказали себе мохито. Принесли мохито. Так, happy hour. Одно заказываешь, приносят два. Одно заказываешь, приносят два. Одно заказываешь, приносят два. И один и так. А ты ужрешься в буратино. Вкусные вам напитки были. Они еще есть. И еще будут. Нажрался? Нормально. В говно, да? В процессе. Короче, сейчас нам принесут еще вкусняшки. Мы со Славой заказали ребра. Все остальное, то, что здесь заказывали, наверное, несъедобное. Я не знаю. Не надо завидовать. Вот и ешь свою рыбу. Не надо завидовать. Мы вчера поели мясо, уже похудели. Так не надо было ходить только пешком. Ну вот, наконец-то нам принесли еду. Лобстер суп? Или что это у тебя? Конг? Клэм чаудер. Что? Клэм чаудер. Клэм чаудер. Сколько грамм? Да я понимаю. 100 грамм. Ребра?
А у тебя что? Махи-махи. Махи-махи. Махи-махи, картофель и капуста. Ну и это, естественно, салат с лососем и вот лосось. Нормально. А сейчас мы это все сожрем. Там центр города. Центр города был. Пойдем автомагазин. Так, смотрим, что нам может из местного предложить. Это улица. Швейцарские часы Hublot. Hublot. Я когда... Куда? В Убло. Ничего себе. Королевский гестхаус на дуч территориях. Здесь выглядит, как будто город умер, знаешь. Это не лети на свет. Нужно каким-то мистическим образом выехать. Надо чего? Да ну и нафиг ничего. А что, нормально, есть шанс прогуляться. Это обе сестры 9 км. А если пешком, сколько, сколько идти, вот интересно. По времени. 8,3 часа. 1 километр. А полтора часа. О. Улица опять очередная, улица без часа. Ничего. Мы только что увидели автобус, который идет отсюда, из столицы Дуч половинки, в столицу Френч половинки. И вот мы сейчас пытаемся найти, куда он повернул, что проехал автобус, который идет в Филсбург в Маригот. Подожди, вот еще один идет. А вдруг? Праздничная и нарядная улица. Что у нас какой-то ебучий квест. Найти дорогу домой. Но мы здесь проезжали, кстати, Republic Bank. Ну, их может быть не один. А вот это похоже на наш автобус. Да. By the way. Давай. Махать руками. Да, да, нет, я предлагаю перебегать. Теория... Это хотя бы надежнее. Теория вица достанем, мы будем просто ловить. Дрищи его. Есть, пузаны есть. Вот сезонный переход. Дрищи, пузаны. А тут прямо тренажерный зал такой. We don't use machine, we are machines. Интересно, почему здесь, на голландской стороне, они используют только английский язык? Вот это вот мне непонятно вообще. Здесь все на английском языке, абсолютно. Мы приехали уже в Маригот Бэй. А где мы находимся вообще? Вот там надо. Окей, говорю. Туда. А зачем мы тут? Пошли посмотрим. Который пиццу делает. Да ладно. Да. Он открыт. Ты просто кидаешь деньги и получаешь пиццу. Офигеть. Смотри. Пекарня. Найс. Машинка, платишь, получаешь на выбор. Хова. Сережа решил купить пиццу в этой адской вендорной пицца-машине. И самое офигенное в этой истории, что здесь нет людей. Женщину вынули, автомат засунули. Ну. Как кинзадза. В общем так. Мы решили, что необходимо использовать этот автомат. Я так понимаю, что нам сейчас абсолютно по барабану, какую пиццу выбирать. Ну, потому что, во-первых, мы не голодные. Во-вторых, скорее всего, мы ее есть не будем. Да, тогда возьмем вот эту за 9,90. Бери самую дешевую, Гамбург. Тебе столько посмотреть, как она работает. Да, значит, первое. Засовываем бабло. Не-не-не, не первое. Нужно потакать. Уже с еврики, не доллара стоит. Так. Короче, нужно пихать, да он доллары не возьмет. Доллары даже... не берет, у него евро. На, забери свои. На, выбросил свои бумажки. Забери их нахрен, свои зеленые. Не знаешь, что такое евро? На. Нет, 10 евро. Голодай. Будем голодать.
Он так тебе и сказал, голодай. Выбросил деньги прямо на пол, доллары. Очень обидно. Блин. Что, будем пробовать такие штуки? Конечно, обязательно. Ну да? Да. Я обрадовал. Я опять употу оно. Пани? Я опять употу. We want to buy it. Надо buy? Yes. Боем-боем-пе. А сколько их нам надо? Я не буду. А что, я буду. Ну я одну могу съесть. Но мы возьмем индюшинные, возьмем курицу. А эти куриные крылышки? Да вот же куриные. Это ножки. Ну давай возьмем по одной, одной такую, одной такую. Две ножки? Ну, да. Что случилось? В пепел? О, в бабушку. Куриную. Куриную бабушку. Давай возьмем. Четыре ноги и четыре крыла. Да, нормально. Нормально. Вкусняхи. Ау. Кусатый с кусатым. Что берем? Chicken leg. Chicken leg. Прекрасно. Hello. Yeah, six chicken legs. Такой автобусик там. Chicken legs. Chicken legs. Дымочек идет, там прямо наши вкусняхи там готовятся. Ой, не обольщайся. Ну что, Слава? Они нам продадут куриные лапы? Только 2 раза по 3. О, Сережа тут у нас очень важными делами занялся. Чинит велосипед. Ну, бывает. Фейковый. Ураганом разрушенный. Можно даже посидеть и поуправлять. Но. Я думаю, это с ураганами. Да, я думаю, да. С ногами? Хоба! Пакетончик? Тейковый? Конечно. Надо спасать нашего друга, который уже отобрал у ребенка пистолет, этот, велосипед. Сережа! Там все серьезное происходит, не до шуток. Да, это вчерашний тот выстрел. Да. Я его заснял. Сейчас мы переходим дорогу и идем покупать вот эту вот автопиццу. Есть, вот. Жампон. А зачем? Это же дети, да? О, в коробке. А в чем ты думал, я тебя рассыпат в пакет? Это доставай. Забираю. Значит, там в течение нескольких минут не достал, то она уезжает обратно. Еще, это сдача. Смотрите. Ну, это толстая пицца. И, кстати, крайне неплохо приготовлена. Смотрите, какие у нее края. Как для автомата? Нормалды. Нет, это вообще реально кайфовый. Сдачу забери. Я забрал вот те копеечки. О. Хоба. Осталось понять, кто и будет жить. Ну пошли, да, дожрем. Прикольно, это реально очень быстрая штука. Очень понравилось, потому что буквально там 2 минуты, 3 минуты и пицца готова. Вот он наш эльтузик. Грузимся и погнали на лодку. Ты приглашаешься к нам? Thank you.
раз пришел момент, когда ребята разъезжаются с лодки и едут уже к себе в холодные края, а мы остаемся в теплых краях. Мы сейчас посадим Славу на камеру в такси. Все, хорошего передача. Слава, давай. Давай, Диночка. Пока. До встречи. Все, удачно долететь. Напиши там. Напиши. На связи. Все, давай. Ну вот, Слава и уехал. Вот, друзья, наши гости уже покинули лодочку Мушу, и этот выпуск уже подошел к концу. Мне, например, Сан-Мартен очень понравился, клевый островок, но у нас здесь есть еще задача. Мы ищем бот-ярд, который сможет нас вытащить, потому что я хочу сделать покраску дна, ну, собственно, сделать новый антифоулинг. Далее мы будем заниматься этим процессом, а все это будет уже в следующих сериях. Поэтому, друзья, проверьте колокольчик, проверьте подписку, напишите, накнопайте, что вы думаете по поводу такого формата кино, в котором больше присутствует музычки. И, собственно, будем развивать канал дальше совместно. До встречи в следующих сериях. Пока!